Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас очень полезный информативный выпуск. Наступило наконец-то лето, и теперь мы имеем возможность ездить каждые выходные на дачу. Вот, то есть вы всю неделю отработали на работе, и наконец-то наступили выходные. Вы такие руки в ноги, в машину, выезжаем из города, гоним по окружной и, естественно, заезжаем в ленту. Ну, на каждой окружной, наверное, стоит лента у каждого города. Вот, зачем же мы едем в ленту? Для того, чтобы запастись пивом, чтобы на даче было чем заняться. Ну, что еще на даче делать? Отдыхать. Не грядки же копать. Правильно, нахер они кому нужны. И вот вы, значит, такие заезжаете в ленту, загружаете пол багажника полторасами добротного питательного спиртного. Но чтобы спиртное стало полезным и насыщало нас, так сказать, дачной энергией, для этого заказываем на Wildberries пивной стакан «Волны». Вот что он из себя представляет. Отличный стакан с двумя стенками. Для чего сделаны две стенки двойные? Для того, чтобы добротное питательное спиртное, которое было туда налито, оно не нагревалось. То есть оно всегда будет оставаться в нем холодным. Вот такая вот фишка. Сейчас я вам покажу, как оно будет, собственно говоря, выглядеть. Итак, берем пиво. Открываем. И, значит, начинаем наливать. Аккуратненько, чтобы не расплескать. Пиво наливать я не особо умею, поэтому у меня с пеной получилось. Ну вот, как вы видите, когда мы налили туда пиво, налили, внутри появилась бутылка пивная перевернутая. Это красивый рекламный ход, еще как бы дополнительная, так сказать, опция этого стакана. Ну что ж, можно попробовать, я думаю. Ох, запах-то какой пошел. Чудесный просто, чудодейственный. О, ой, господи, сколько ж тут витаминов-то, а? Сплошная польза. Ну, всем пока. Да пребудет с вами музыка матушка и метал батюшка.